А на современном этапе наши пациентки хотят максимальный эффект с минимальным сроком реабилитации, с минимально заметными рубцами после операции. Наши пациентки наиболее требовательны в мире, и это заставляет нашу пластическую хирургию развиваться семимильными шагами. И если сравнить пациентов иностранных хирургов и наших пациентов, то, скорее всего, наша пациентка будет выглядеть наиболее естественно. И поскольку мы направлены на создание красоты, на создание гармонии, а не просто на удаление избытков кожи вялой. Поэтому я думаю, что в скором времени наши пластические хирурги российские выйдут на первые позиции, что, собственно, мы уже видим на конференциях, за что берет большая гордость.